Здравствуйте, друзья! Для тех, кто недавно на нашем канале, я сообщаю. У нас есть юмористический отдел и заведующий этим отделом, так называемый Герпес Адольфович. Именно он отвечает за веселую часть нашего канала. Конечно, ситуацию нужно разбавлять, и в этом уникальность нашего канала, когда мы эксплуатируем разный формат общения со взыскателями, чтобы вас, дорогие подписчики, гости канала, немного расслабить, чтобы вы поняли, что мы такие же люди, как и вы, и хотим, чтобы вы не относились к нашему каналу как к строго юридическому какому-то формату. Итак, давайте, Герпес Адольфович отчебучил сотрудникам Росгострахбанка. Ну, по-моему, это коллектор звонил, судя по качеству звука, который издавался из ее аппаратуры. Ну, мы с вами, естественно, это все понимаем. Опросничек будет в конце по поводу того, как вы относитесь к Герпесу Адольфовичу. Пожалуйста, оставьте мнение. В конце ролика я опросник размещу. Итак, поехали. Алло. Алло, здравствуйте. А я вас слушаю. Алло. Да, я вас слушаю внимательно. Скажите, пожалуйста, вам знаком отдел за судебное взыскание Завтиченко Анастасия Сергеевна? Все разговоры записываются. Знакомым Вячеслав Владимирович, подскажите, пожалуйста. Вот так это я. Как так? Это вы? Знакомый. Банки вам поступают из судебного отдела по поводу вашей задолженности, которая у вас имеется. Какого отдела, извините? Компании МБА «Финансы», досудебный отдел по взысканию. Сумма вашего долга по Росгосстраху на сегодняшний момент составляет 225 717 рублей. Ваш банк обязует выплачивать данную задолженность в полном объеме или частично. Также у банка для вас подготовлено специальное выгодное предложение, которое называется «Новогодняя оттепель». То есть по данному предложению, по новогодней оттепели, вы должны оплатить сумму в размере 78 200 рублей. Но эта сумма должна быть внесена единовременным платежом. Остальные денежные средства, 147 600, банк вам спишет. Подскажите, пожалуйста, вам интересно данное предложение? Новогодняя оттепель? А, ну, пускай присылают эту оттепель мне. Странное название такое. Мужчина. Вячеслав Владимирович, новогодняя оттепель. А что-то у нас похолодание, наоборот, страшное, а вы прям оттепель. Поэтому... Скажите, пожалуйста, вы оплату производить будете? Я позвонила вам, не шутить. Вы будете оплачивать данный долг? Ну, у меня, если шутливое настроение, подумай, что вы не шутите, а я почему должен не шутить? Я всю жизнь шучу. Подскажите, пожалуйста, вы будете оплачивать данный долг? Вас банк обязал его выплатить? Или ваш долг будет выставлен на электронные торги? На какие торги? Электронные торги, коллектора перекупят ваш долг. Электронные, то есть кто-нибудь купит и... Вот ебель будет, ебанет током их. Электронные. А справки нету? Какие справки? А справки нету, скажите, пожалуйста. Смотря какой, если с дурдома, то есть. Я в банке показывал. Я имею в виду, что вы психически здоровый человек. Вот и есть у меня такая справка, да, что я психически... Выпишите на вам данную справку. Чего вы? А зачем? Она у меня есть, у меня водительское удостоверение, психически здоров. А у вас есть такая справка? Да. Чего вы захрипели, конечно, сразу? У вас тоже. Зачем вы сразу хрипеть начинаете? Вот давайте вам... Вы уклоняетесь, послушайте, Вячеслав Владимирович, я вам звоню, вы уклоняетесь. Вот именно, я вам выставляю предложение предновогодняя оттепель. МБА «Финанс», отъебитесь от меня, да, предновогодняя, отъебитесь. Изначально выучите, вы вроде же мужчина в возрасте. Есть такое. Потому что не все в порядке. Выучите сначала русский язык, а вы... Кто договорились? Ладно, на данный момент вы уклоняетесь, вы вам доброго, учитесь разговаривать. Отъебель, блядь.
Да, друзья, вы не представляете, сколько я знаю людей, в числе своих клиентов, которые повелись вот на такие вот выдумки коллекторов. Я серьезно, со всей ответственностью предупреждаю, не слушайте вот эти акции, придумывают сами коллекторы. И после того, как люди какие-то деньги вносят, в 95% случаев, обратившись вновь в банк, в надежде увидеть ту самую скидку, списанный долг, они видят ничего не понимающего сотрудника, который просто задает вопрос: а кто вам об этом сказал? А потом начинается прибивание к позорному столбу. Слова вот что-то похожее на вот такое: ну как, вы же взрослый человек, как вы можете поверить кому-то, кто позвонил? Надо было прийти в банк, это все согласовать, мы бы вам сказали, что никаких таких акций в отношении вас не происходит. Знаете почему так? Коллекторам важно, чтобы вы что-то занесли. И банк совершенно отчетливо, но уж, конечно, не в лице вот этих вот несчастных сотрудников, которые сидят в клиентских центрах, а там уровень среднего менеджмента. Они знают, что коллекторы используют вот такие вот нечестные способы, чтобы хоть какую-то денежку с клиента вышибить. Вот. Как устроена работа коллекторов, я думаю, что те, кто давно на нашем канале, уже знают. Если не знаете, ну посмотрите побольше, в двух словах. Любой рубль, который вы заносите в банк, делится на две части, неравные, 30% и 70%. Так вот, 70% улетает коллекторам, остальное идет на погашение ваших штрафов и так далее. И потом не надо удивляться, когда вы будете говорить, что я платил там год, ходил по 10 тысяч вместо того, чтобы надо было платить 30, ну, примерная пропорция. А мой долг не то, что не уменьшился, он увеличился. Не удивляйтесь потом. Это именно так и работает. А цель банка – загнать вас в кредитное рабство как можно на более длительный срок. Ну и коллекторы – это их шестерки, которые успешно выполняют эти все функции. На них возложены неблагородные. Ну, соответственно, мы понимаем, какие там люди работают. Вот такой серьезный комментарий в формате вот такого веселого ролика. Герпес Адольфович, ребят, кто давно на нашем канале, я уже давно вас не спрашивал, сейчас прибавилось много народу со времени крайнего выхода в эфир Герпеса Адольфовича. Так вот, в честь предновогодних праздников, а сегодня 7 декабря 2017 года, я прошу вас ответить, вот опросник в правом верхнем углу сейчас появится. Как вы относитесь к Герпесу Адольфовичу? Нужен ли Герпес Адольфович на нашем канале? Помогает ли он привлекать людей на наш канал? Дает ли он какую-то поддержку людям? Вообще, нужен он? Оставьте свое мнение. Ну и в комментариях, конечно, пишите. Опросник выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот оно. Ну, помимо веселого формата такого, жесткого где-то формата, граничащего с нормами приличия, мы, конечно же, естественно, основной своей деятельностью видим оказание людям юридической помощи. Настоящий, уже без всяких шуток, по большому счету мы... Даже что по большому счету, так уже и есть, и многими признано, мы являемся крупнейшим юридическим оператором на территории Российской Федерации. У нас самое большое число клиентов и, соответственно, самое большое число удовлетворенных клиентских амбиций. Поэтому для тех, кто недавно на нашем канале и все-таки хочет получить юридическую помощь, но не знает, что мы для вас сделаем, не нужно торопиться. Прежде чем принять то самое важное, может быть, самое важное в вашей жизни решение, посмотрите видео на нашем сайте. Ссылочка на сайт есть в описании этого и любого другого ролика. А также для вашего удобства выходит кликабельная подсказочка в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Ну, посмотрите, конечно, видео на нашем сайте, обязательно все лучше несколько раз переслушайте. Если что-то непонятно, позвоните нам, либо оставьте заявочку на обратный звонок. Мы с вами обязательно свяжемся и уже расставим все точки над «и», чтобы вы понимали, что и как. Но если в двух словах, мы создаем условия, когда банкам выгодно отказаться от претензий. На досудебном этапе, в суде, на этапе исполнительного производства, на всех этих этапах мы работаем. Причем работаем на территории Российской Федерации по всем банкам, которые здесь у нас обслуживают наше горемычное население. В любом случае, с любым банком мы вам можем помочь. Не надо в комментариях писать: а работаете вы со Сбером, а работаете вы с Тиньковым.
со всеми, без исключения, банками, микрофинансовыми организациями, онлайн-займами. Мы работаем со всеми, без исключения, с любым регионом Российской Федерации. Все, что вам необходимо, это наличие интернет и элементарных знаний в компьютере. Ну, почтовый ящик email у вас должен быть. И все. И вы уже можете, в общем-то, становиться нашим клиентом и жить спокойно. То есть мы вам гарантируем финансовую свободу. У нас гарантия существует пожизненная для всех клиентов, которые с нами сотрудничали. С ценами вы можете познакомиться, вот пройдя по ссылочке на наш сайт, ну и в описании ролика есть стартовая информация. Посмотрите видео на сайте и принимайте то самое необходимое решение, которое вам очень-очень нужно. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиан». Всего вам доброго, друзья. Счастья и здоровья. До свидания.